Всем привет, с вами Коба. Сегодня мы играем на Advanced RF Blue. Извиняюсь, что так долго не было видео. В общем, за эти 3 дня много что вообще поменялось. Во-первых, я теперь 8-й ранг подполковник. Во-вторых, Мухас ушел по СЖ. Был обзвон, я участвовал в нем целых 2 раза. Сначала поставили люка. Ну, то есть я первый обзвон как бы провалил, но не подошел по каким-то критериям на обзвоне, но ничего страшного. В общем-то, в основном я не под... То есть на все вопросы ответил, но не поставили меня из-за того, что, я так думаю, в январе я оскал. Помните этого генерала СВ, Эдуарда Бартоломео, который вообще сейчас не играет на сервере, по-моему. Вот. Ну ладно. Ничего страшного. Скоро слетает лидер ВМФ 11-го. Я туда пойду на обзвон, если там лиду не передадут. 12-го слетает лидер СВ. Я туда пойду на обзвон. То есть я буду брать, стараться лидерку вообще любой армии. Ну и может быть, конечно, этот сейчас нынешний. Короче, был люк выбран генерал ВВС первый день. На следующий день его сняли из-за того, что он не состоит 2 недели в организации даже. То есть, прикиньте. Вот, и сейчас Дрейк Куба у нас. Вот, поставили его. Он меня удалил. То есть я теперь больше не ВБО. Я теперь ВП, воздушный патруль. Заявку вы можете подать на портале штата. В разделе ВВС там. Ну, найдете. Вот, и в общем. Сейчас я вам покажу, в чем заключается моя работа. Так, здесь есть шамал, да? Ладно. В общем, я могу... Ну, именно я, конечно, командир, потому что и 8-ка могу брать гидру, но вы нет, вы только шамал или маверик. Вот, в общем, я могу брать шамал. Выезжать вот так вот. И, в общем, все, что мне надо делать, это проверять города и базы на состояние ЧС. Разрешите. Взлет. Тут у нас диспетчер теперь, новый генерал. Надо еще металл возить каждый день офицерам. О. Ну, я больше вообще ни о ком ничего не буду говорить, лучше. Как выяснилось, свое мнение нельзя выражать. Потому что, ну вот что-то... Не знаю, ну не сердится, конечно, меня, но просто не поставили вот из-за январского вот этого вот. Из-за вот этой вот лабуды в январе, которая была. Ладно, я попробую доказать то, что я ВМО прям серьезно хочу. То есть затащить то, что я могу. Поэтому вот. Так, вот так вот мы облетаем СВ сейчас. Тут вроде нет ЧС, так что. Вот, состояние базы СВ стабильное. Дальше. Теперь на ВМФ. Но это еще не все. Сейчас. Полетим. И нам надо будет чекать города. То есть по целым городам летать. Но не знаю на самом деле, какая должность была выше, да, то есть командир ВБО или командир ВП. Не знаю, я еще не решил, но. То есть в ВБО было однообразно как-то, да, возить эти. Ну, тут тоже все чисто. Ой-ой. Не так написал. Винды запутался. В общем, в ВБО я возил просто патроны и все, в принципе, больше ничего не делал. Но здесь я, по сути, проверяю базы, которые, ну, согласитесь, это вот, ну, вот это только с точки уровня РП. С точки уровня РП это круто, а так это вообще бесполезно. То есть, ну, ВП, воздушный патруль, еще такого-то. То есть, как-то такой... А, вот, кстати, у меня еще 13 левел, я набил себе. Я спрашивал, кстати, вы игнорили. В общем...
Сейчас новый генерал, новые правила. Поэтому я теперь командир ВП. Воздушного патруля. И ничего с этим, как говорится, не сделаешь. Командир ВБО, там капитан какой-то. Кем? Уровень. А, нет, Франко Бруно. Кстати, он меня знает по видео. Так, ну вот просто, то есть пролетаем ЛВ. Так, опа. Еще скриншот. Теперь летим в СФ. Ну так вот где-то раз в час. То есть когда уже делать совсем нечего, я буду делать патруль. Хотя вот если так рассудить, то с точки зрения нужности, вот реально нужных таких подразделений, это только ВБО. Ну и может быть как-то комиссар, да, то есть там ловить этих самоволов. А остальное ВДВ, это все полный такой бред, это только отыгровка. Так что. Так вот. На обзоне я придумал самоулучшение. Помогал мне друг, одноклассник. В общем, улучшения там такие были хорошие. Я их обязательно реализирую, если встану на льду. Ну, в общем, я просто теперь на каждом обзоне в любую армию буду. Ну, вы поняли, короче. Буду на каждом обзоне подавать заявку. Вот, генерал этот хороший. Переаттестацию офицера вчера делал. Звонили меня там заново, обзванивали, что могу, что не могу. Вот. Ну, то есть такой вот. Такой вот бред. Не знаю, зачем это надо было делать, но ему виднее, как говорится, поэтому. И больше я вообще ни о ком не отзываюсь, ни хорошо, ни плохо. Потому что вдруг там что-то опять заподозрит. Ну не знаю, ну. Я никак не оскорблял следящих. То есть мне сказал Кристофер Нельсон. То, что я. Ну, на обзоне, когда я был, то, что я оскорблял всю вообще фракцию, то есть генерала, МО, следящих всех. Но что-то я такого не помню. Я помню только то, что я оскорблял генерала СВ. Ну, в общем, ладно, не важно. Главное сейчас всем доказать то, что я могу не бегать по фракциям, не скакать, как это было там сколько, месяца 4 назад. Здесь тоже в гетто нам залетать нельзя, к сожалению, пока что. Но скоро это, возможно, генерал поговорит само и, может быть, разрешать. Не знаю. Такой вот борец. Гарри Кинг — это доверка генерала. Все, типа, облет закончен. Сейчас просто нам осталось приземлиться на базу. Ну, то есть, видите, с одной стороны, круто, да, летаешь там на шамалах, на гидре. Ну, я на гидре, вы на шамалах, если захотите в отряд вот этот. Но, с другой стороны, это вообще вот, вы понимаете, что это бесполезно, это не несет никакую пользу для фракции. То есть, реально, это просто отыгровка. Я сейчас не буду говорить улучшения, но вот как, если я встану на льду, я обязательно скажу и реализую их, то, что я хочу сделать. А у меня они там прям вот такие, прям ни у кого таких нет. Это самое новое, самое интересное. То есть всем, я думаю, понравится. Я уж по привычке хотел заехать сюда и начать разгружать ящики. Вот, ну когда встал Люк Спанетти, он меня оставил на этой должности, а тут генерал всех расформировал и выдал всем новые должности, так что. Так вот.
Вот металловоск, это я недавно привез металл. Каждый день надо нам возить их. Сигару. Вот, ну, в принципе, все, то есть мне больше ничем заниматься не надо. Ну, следить за базой, естественно, строй делать там и так далее. Финн, кстати, у нас 14, на базе что-то 4 человека. Надо, я думаю. Это вообще по крыше ходит. НРПшник. Ой, я случайно залез, сори. Почему-то только я вожу металл этот, а надо всем на самом деле. Все получают строгий выговор, типа. Не знаю, если он не будет выдавать строгий выговор, я, наверное, тоже не буду возить. Зачем деньги свои тратить? Я не понимаю, зачем вообще ему приказал там. Он, это типа приказ ему поднять там этот склад металла. Еще было при Мухасе то, что надо было его до 3, по-моему, миллионов поднять. А, нет, до 2,5. 2,5 миллиона, по-моему, если я не ошибаюсь. Так вот смысл-то, это же вообще, это хватит на, ну, лет, ну, не знаю, года на 2, наверное, реально. 2 миллиона с лишним, капец. Не знаю, смысл еще поднимать дальше, ну, хз, короче. Леоносец ЧС, ну, блин, я, мне вот такую должность, какую-нибудь, типа ВБО. Потому что это, ну, не знаю, это скучновато. Когда ты понимаешь, что это вообще ничего не дает тебе, то есть ты никак не помогаешь своей армии, это, конечно, то есть просто бесполезно у меня должность, можно сказать. Раз генерал такой выдал, так значит и буду отыгрывать ролл-плей режим. Смотрите, как он АФКшит без палева. Одну минуту. Джизи, визи. Ну ладно, есть еще хуже должность, это следящим за складом. Просто стоишь целый день на складе и все. Всем спасибо за просмотр, с вами был Антон. Или рано еще. Да не, я думаю, все, хватит, это такое вот предыстория. Еще раз извиняюсь, то, что я 4 дня не выходил на связь, так сказать. Все, всем спасибо, играйте на Адвансе. Всем до свидания.